Твери в минувшие выходные стартовала пора городских субботников. Неравнодушные жители, которые вышли на уборку, отправили в контейнеры 178 кубометров мусора. Это была первая в этом году массовая генеральная уборка в областном центре. В порядок привели 15 зеленых зон в 4 районах города. На уборку вышли более 250 человек. Как проходил первый в этом году общегородской субботник, расскажем в следующем материале. Традиционно в субботнике приняли участие представители общественных организаций, студенты, служащие муниципальных предприятий и организаций. Так, сотрудники МУП «Тверьгорэлектро», вооруженные граблями и пакетами для мусора, вышли на улицу, чтобы привести в порядок зеленые зоны Московского района. Одна из них – «Хлебный ручей». У нас сегодня участвует порядка 30 человек, вышло на субботник, чтобы собрать мусор в нашем родном Московском районе. Вообще считаю, что любой гражданин нашего города должен хотя бы один раз в год выйти на пару часов и убрать вокруг своего жилья весь этот мусор, и, соответственно, город наш будет еще лучше, краше и опрятнее. Генеральную уборку на придомовых территориях провели управляющие организации. К благоустройству дворов присоединились и сами жители. С детства приучаем к порядку, к чистоте, к уборке, да? Надо окружающую природу защищать, очищать и не загрязнять. Вот, вызвался помочь. Хочется помочь природе почистить все. А то, когда эта природа станет грязной, будет очень грязно, негде будет ходить. Субботники будут проводиться в Твери до конца мая. Следующая массовая уборка пройдет 17 апреля.